По поручению губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова в Камчатском крае создан Центр поддержки военнослужащих и членов их семей, где граждане могут получить любое социальное сопровождение, помощь в оформлении льгот и социальных пособий. Специалисты центра консультируют, маршрутизируют, оказывают психологическую, юридическую и помощь в различных жизненных ситуациях участникам специальной военной операции и членам их семей. Обратиться в центр вы можете как лично по адресу улица Войцешика, дом 21, так и по номеру телефона единого колл-центра Камчатского края 8 800 141 00 00.